Мышь-убийца. Ах ты, собака, ну я твоего-то замочил, второго, твоего-то второго замочил. Ой, а что это за звук? Это космический барсук. Сегодня режим 2 на 2, или мститель по-другому. Правила очень просты, есть два мстителя, есть два предателя. Мститель может покарать любого, но если он покарает не предателя, то его самого постигнет кара. Для предателей все так же, как и раньше. Досматривай видосик до конца, отправляй его друзьям, ставь лайкос. Я мститель. Начинается самое мясо сейчас. Сейчас надо не облажаться. Так, а давай я тоже сделаю. Типа сделаю, но делать не буду, да? У меня все равно еще КД не откатился. Так, ну Чиппи не похож на предателя, да? А тут у нас кто? Чиппи зайчёныш. У меня 8 секунд, чтобы принять грамотное решение. 6 секунд, 5 секунд. Толя, иди сюда. Все, есть. Одного мочканул, даже сообщать не буду. Тона, так, 40 секунд. 40 секунд. Так, следы пока выполнил. Просто хладнокровно убил и ушел. Так, это я убил Оли, все норм. Я не стал его репортить сразу, потому что я хотел сразу еще и второго залпом мочкануть, но не нашел еще. Я его просто хладнокровно убил и ушел просто. Я думаю, сейчас Чиппи на меня начнет гнать, но Чиппи не нашел его. Я в фазе Чиппи бачил, но я веду там на... Я мстюн, да. Я там мстю Оли. Я думаю, какого это Оли так уверенно бежит на замочек? Прям подошел ему на живот ему. Он ну, хорошо, а есть еще мстители? Он, наверное, расстроился. Он заговорил, Олли! А мило, Олли, вылететь. Олли, тебе понравилось, как я тебя мочканул, да? Ну, это круто, вот это наугад, блядь, молодец. Ну, какая разница, угадал же, чё? Олли, а кто второй? Не, ну чё ты так злишься? Мило! Олли, кто второй? Курит это еб... Нет, я же победил. А, давайте ну, уже скипаем. Нет, подожди, Оля, кто второй у тебя, скажи, ты же умер. Мила, он сказал. Рита. А где Мила? Спидран, саспектс. А, Оля, это Мила второй, что ли, да, Оля? А, поэтому Оля заговорил, потому что Мила второй. Спидран, саспектс. Просто Оля единственный предатель, и он сразу заговорил. Повезло. Прикольно. Повезло. Не как-то повезло, это опыт, на опыте победил. Тупо. Пидран по саспекс. Вообще-то надо было выгнать Мила, почему мы скипаем? Донна, Никс, не тяните. Я уже проголосовал. Никс. Никс, не я. Надо было выгнать Мила, зачем я скипнул, я не знаю. Я проголосовал. Нам бы дали очки за то, что мы угадали. Все равно сейчас вы. Мы все равно выиграли, ребята. Я убийца, режим мстителя. Я бегаю за бобром. Все, я бегаю за бобром. Пеции, я бегаю за тобой. Я бегаю за Беци. Я бегаю за Беци. Я бегаю за Беци. Опа! Чего? Он, походу, проверил бобра, походу, да? Проверил бобра, да? Фил подходит к бобру и взлетает. И, ну ладно, хорошо, чтобы я... Но он за меня. Он за мной бежал, кстати. Нет. Поэтому... А, нет, да он подошел к бобру, ты стоял далеко, Ник стоял далеко. Значит, бобер нет, я говорю, Рита, я... Рита стояла возле меня, что ее не задела? Я бегал с тобой, пугал. Я не знаю, какого Фил подбежал и тебя проверил, если он бегал с Никсом, короче. Но я отвечаю, что я Фила не убивал, слово пацана даю. А, ну, в принципе, нет, Фил сказал, да. Проверит бобра.
Не, а да, и он за мной еще бегал, поэтому, скорее всего... Ну, смотрите, все равно на Риту так особо не думайте. Он может и за мафа быть сейчас. Нет, я, короче, я пугал бобра специально. Все видели, что я бегал с бобром. И тупо при всех, мне кого-то убивать, это было бы очень тупо. Он просто проверил, фил бобра проверил, бобер чист. Не, почему-то, ну, обычно мстители при всех мочат. Ну, так он при всех и замочил. Я и говорю, что Фил замочил тебя и не смог. Ну, а ты еще не смог. Так я не мститель, я просто бегал, тебя пугал. А кто еще один мститель, ребята? Так делай задание тогда. Сейчас сделаю, у нас вон еще задание 6 из 40, ты только мне говоришь, делай задание. Ну, так не бегай за мной. Скипаем, скипаем. А кто еще, мститель, ребята? У нас Яра вышел, кстати. Сейчас. Да, он мститель, он точно не был. А может был? А шанс очень маленький. Очень маленький, это, по-моему, мило, кстати. Ну, скажите потом. Ну, ладно. Я же говорю, это бобра убили. Ну. Я ушел, все, короче, теперь я один против всех. Я один против всех. Опа. Так, поставим вот тут бомбастер. Сейчас одному легко проиграть. И они сейчас будут бегать всей толпой. Труп бобра на втором этаже, где тележка. У кого-то, эхо, сделайте потише колонки, пожалуйста. На втором этаже, где тележка, где отпечатки собирать, там труп. Нет. Я была на втором этаже. Дона была на втором. Я говорю, он на лестнице, на входе на второй этаж. Я сейчас спускался. Ну да, я давно на втором этаже. Ну, не знаю. Это либо... Ну, блин, на втором этаже помимо меня Оля и Донна была. Оля и Донна, вы как на второй этаж попали? И когда? Через лифт уже давно, из них со больше месяца назад нашли другой этаж. Вот, а Оля? Где был Дюк? Что он и да, он походу. А Дюк молчит, На третьем этаже была. Я на третьем этаже была, у меня последнее задание. Там ты подрубы. Последнее задание? Всё. А ты его вылези. Да. А кто-то видел, нет, чтобы Дюк выполнял задание с трубами на втором этаже? Кто вообще был на втором этаже, спрашивает? Вроде видел кто-то. Олли видел точно, да. Я же тебе сказала, на втором этаже была я, Олли, Донна. По крайней мере, мы стояли у крючка. Короче, я видела, как Олли делал картинку, я там картинку сделала, потом трубы сделала. Не знаю, Олли видел или не знаю. Картинку на втором этаже? Ну, вроде как. Там нет картинки. Короче, за Дюка, наверное. Картинки собирать есть, Орита. А, типа ты про секретные документы. Я думал, картину поправить. Проживаем. Ребята, не знаю, я не знаю. Может, сколько нас? 6, 7 человек. Ну, я даже там не было, я все время на третьем. Надо скипать, 7 человек, 7 человек, надо скипать. Возьмем Дюка на карандаш. 7 человек. Если мы сейчас кого-нибудь выгоним и того, может быть, дабл килл. Ну, как хочешь. Да. Ты сейчас почему подозрение на Оли, Донна была? У меня еще подозрение на Оли, да. У меня подозрение на Риту. А я-то при чем вообще? Так, кто там меня подозревал? Ну-ка, где труп? Ларри у меня убился. А, вот так. Я знаю, что он убился. И он убился. За Дюка. Почему? Да уже вариантов не остается, 6 человек. Ну, 6 человек, да, 6 человек. Я что-то не видела. Нигде. Да ты только что видел, как я с третьего спускаюсь, мило. Да он говорит, типа, за прошлый раунд.
Ну, типа, вообще не вариант. Ты могла бы убить, а на третий поднять. Я не знаю, я не знаю. Я никого не обвиняю. Я не знаю, кто... А меня вроде кто-то на третьем видел. Я не помню, кто. Короче, либо Оля, либо Дюк. Не знаю, с чего у меня подозрения. Ну, по идее, либо по идее. Надо кого-то килячить. А чего убийцу убили? Ларри вроде мстителем был, может, он проверил. Да, речь, он, скорее всего, и был мстителем, да, речь про то, что у нас в любом случае сейчас кого-то надо килять, не потому что кого-то сейчас убили, а потому что будет даблкил иначе. Ну, он скорее был мстителем, потому что скорее два мстителя... Скорее всего, он был мстителем, да, потому что просто так резко взять и убить, это очень тупо. Мне мило не понравилось, как она сразу затюка. Вдруг, кстати, Дюк и Оля. Это не я. Вдруг мило Оля, вообще не знаю. Да. Типа... В смысле, я? Такой. Не все... В смысле, я? Ой, ну это не я была. Вы тупые. Да, в этом режиме гораздо проще побеждать за предателя, если мстители мажут, но тебя могут в любой момент убить предатель. Вот что очень плохо. Так, у нас тут бомбы. Хорошо, что я не смог его убить. Если бы я сейчас смог его убить, это был бы фиаско. Это на третьем этаже бомба, ты чё? Куда ты побежал, Никс? Механяты! Ой. Короче, я сначала начала делать, обезвреживать бомбу, которая появилась рядом со мной. А кто на третьем этаже обезвреживает? А почему ты сейчас не пошел на третий обезвреживать бомбу? И она у меня не обезвредила, я еще раз начал. Мила, помолчи, пожалуйста, Мила. Просто у нас. Я побежала на второй этаж на книжку посмотреть, чтобы точно знать, кто убийца. Так еще никого не убили же. Я думала, что убили. Блин. Кто на третьем этаже обезвреживал бомбу? Ну, это не я, это, судя по всему, Донна, потому что она нажала колокольчик. Я нажал на колокольчик на третьем этаже. Ну да, я не успел до бомбы добежать, ее обезвредили на третьем, так что это, скорее всего, Донна и обезвредила. На первом этаже я обезвреживала бомбу. Да, подтверждаю, но почему-то не пошла на третий, вот что у меня сомнение вызвало. А Оля вообще молчит почему-то. Оля, а почему ты остался на первом этаже, когда там уже обезвредили бомбу? Ты шел по лестнице, я бачу, мы разминулись на другом посредине. Оля, я сейчас у Оли спрашиваю. Оля, короче... В общем, Никс обезвреживает бомбу, я в этот момент подбегаю. Мы с Никсом бежим наверх, в сторону второго этажа, а Олли продолжает бежать туда, вот где кофе, где бомба была, короче. Ну, непонятно, зачем, если у нас еще бомбы не были обезврежены? А Олли, что это был за мув? И Никс странный мув тоже сделал, не побежал на ту бомбу. Так. Доза на Никса, короче, за Никс. Не успел среагировать. За Никса? Почему? Думаю. Почему за Никса? Ну, может, ну ладно. Короче, я за Никса, если это не Никс, то это Оля тогда. В принципе, у нас еще мы можем скинуть. По-моему, два предателя осталось, потому что сейчас... Нет, смотрите, если сейчас мы Никса выгнали, значит, и не проиграли, значит, мы правильно выгнали. Нет, стойте. Да. Значит, это Никс и Оля, скорее всего. Нет, ребята... Блин, сейчас значит, мы увидим, короче, сейчас мы увидим. Если мы не проиграем, значит Никс и Оля. Все, мы не проиграли. О, тут еще Мила есть. Так, идем толпой, гусенкой. Сейчас никого убивать нельзя, надо выкидывать. Надо выкидывать. Это Олли, надо выкидывать. Надо выкидывать, Олли. 49 секунд. 46 секунд. Мы сейчас тут пока бомбу установим. Пускай тут то, все. Все норм. А чё ты так медленно, Дона, бежишь? Вс,
все норм. Пошли наверх, наверх, срочно. Да. Ну это Оля остается, видишь, значит мы Никса правильно выгнали. Значит, Оля второй. Только моя часть. Оля, вы... Оля, я тебе скажу так, что ты почти победил. Ты почти победил, Оля, но ты проиграл. Да. Потому что я один вытащил против всех просто. Я один против всех вытащил. Один предатель вообще. Что такое? Один против всех. Вот такое же бывает. Да, барсук, Оля, все правильно. Не тяни, Оля, голосуй. Тебе конец и вам тоже конец, милая Донна. Мило, короче, текай. Текайте, я уже бомбы установил. Все, победа. Победа. Че, сколько у нас тут? 84 секунды, убить 17 секунд. Активировать бомбы. Че, взорвем? Взорвем комплекс? Взорвем комплекс, давай, дезактивируй. Кого убьем-то? Давай крокодила убьем. Я крокодила вот этого. На. Один против всех вытащил. Яра вышел в самом начале. Все, знаешь?